Итак, блуза Кристи. Да, предлагаем вам сочетать брюки Бриджит именно с блузой Кристи. Вот это именно тот случай, когда цена, ну, вообще не отражает вот эту красоту, которую мы видим. Это наш вам подарок. 1299 рублей. Светлана, мне нравится, когда блуза и так дорогая, да еще и на ней изображены дорогие вещи, такие как... Россыпь жемчужных бус. Да. Правда, Надюша. Итак, первый цвет, дорогие друзья, это потрясающий цвет синий. Обращаю ваше внимание на принт, который расположился на глубоком сапфирово-синем фоне. Это банты и сердечки. Именно блуза Кристи будет идеально сочетаться с палитрой моих брюк. Вот вам готовый костюм на любой вечер. Помните, что в преддверии праздников мы выбираем не только платье, мы выбираем свой стильный наряд. Хочу тоже вклиниться. Света выбирает цвет коралловый с коралловой блузой Кристи. А я напомню, что у нас есть еще синий расцвет. Это голубые брюки Бриджит в сочетании с голубой блузой Кристи. И что это за третий цвет, Светлана? Кстати, сразу хочу сказать, дорогие друзья, что это у нас другой принт. Это, между прочим, леопардовый принт, дорогие модницы. Но давайте посмотрим сейчас еще на два цвета, которые у нас сейчас на подиуме. Обращаем ваше внимание, что наша Настя и наша Марина выбирают тоже брюки Бриджит. И к этим брюкам мы идеально подобрали по цветовой палитре блузу Кристи. Терракотовый цвет брюк Бриджит идеально сочетается с терракотовой блузой Кристи. Это выбор Марины. Друзья, как мне нравится вот этот терракотовый базовый цвет брюк. Вот если вы смотрели на брюки Бриджит терракотового цвета, мы вам уже несколько комбинаций накинули, с чем их можно носить. Ну вы посмотрите, как красота. И оливковый, посмотрите, тоже смотрится. Да, я хочу сказать, что потрясающий цвет сочного киви идеально сочетается еще и с сиреневой гаммой. Дорогие наши женщины, вы знаете, что наша модная рубрика помогает вам определиться не столько с базовым элементом блузы Кристи. Обязательно подберите к вашей блузе ваши брюки Бриджит. И мой вам совет, выбирая именно тон в тон такой наряд, он может послужить вам прекрасной альтернативой даже самому красивому вечернему платью. Итак, слушай, Свет, значит, нужно звонить, заказывать блузы Кристи. А какого цвета? Мятного? Это у нас зеленый цвет. Зеленый цвет и цвет оливковый брюк Бриджит. Вот, друзья, мы вам все подсказали. Или, если вам нравится терракотовый наряд, как на Марине, это брюки Бриджит терракотового цвета и блуза Кристи терракотового цвета. Давайте посмотрим на фасон блузы. На самом деле, вы уже заметили, что блуза идеальным образом спадает, вот просто как водопад по телу. Весь секрет, конечно же, в ткани. Надя, ты помнишь эту ткань, трикотажно-вискозное масло? Напоминает нам шелковистую текстуру, но она настолько приятна. И, между прочим, дорогие друзья, здесь мы видим с вами очень удобный фасон. Рукава королевского фасона, они украшены стильными патами, и еще пуговки подобраны тон в тон под основное украшение. Я почему вам показываю рукав. На самом деле мы не нарушаем узор нашей блузы. Поэтому цельнокройные рукава подарят женщинам с богатым верхом столько свободы, о которой вы просто могли мечтать. Послушайте, а ведь это такой особенный ход стилистов, да, которые создавали эту блузу, что если богатое украшение на ткани, меньше режем, меньше швов, как можно больше простора, да? Да, Надюша, чтобы не прерывать этот красивый узор, мы видим с вами действительно сочетание сердец, сочетание банта, ну и, конечно же, россыпь жемчужных бус. Поэтому давайте не будем перегружать нашу блузу Кристи. Она самодостаточна сама по себе, благодаря яркому принту и оригинальному фасону. Смотрите, да, яркий акцент в виде блузы Кристи, а внизу у нас, да, яркий цвет, но однотонный брюк. Бриджит – это терракотовый вариант и оливковый, или зеленый. Цена за блузу, не поверите, как за маечку, как за топик. 1299 рублей. Отсюда я рекомендую брать две блузы. Вы сэкономите 1500 общей скидки. Надюша, а я хочу сейчас, чтобы вы посмотрели на нашу модель. Марина, продемонстрируй, пожалуйста, низ изделия. Обратите внимание, что здесь имеется эластичная вставка, тоже из трикотажно-вискозного полотна. Благодаря этой манжете внизу вы можете регулировать посадку блузы и ее длину. Посмотрите, Марина удлиняет блузу Кристи, а сейчас
приподнимает ее. Здесь мы фантазируем вместе с вами. Если наша задача показать наши крутые бедра, этот переход, я имею в виду плавный переход от талии к бедрам, то мы можем это продемонстрировать, подняв блузу Кристи чуть-чуть вверх. Но я считаю, если бедра крутые, их нужно подчеркивать, нужно показывать, друзья. И действительно, 1299 рублей за красоту блузы Кристи. Плюс, друзья, не забывайте, брюки Бриджит, они у нас в любом комплекте, они везде, поэтому на них сегодня спецпредложение. Итак, блузы терракотовый цвет, зеленый цвет, есть еще голубой цвет, и везде у нас цвет в цвет есть брюки Бриджит. Вот звоните к нам, к оператору, заказали терракотовую блузу, закажите сразу терракотовые брюки. Заказали синюю блузу, закажите синие брюки. Да, Свет, все просто? Конечно, именно поэтому сегодня я для себя выбрала не только брюки Бриджит кораллового оттенка, но еще выбрала блузу Кристи. На самом деле я обожаю такие вещи, на которых богатый сочный принт. Поэтому мы сегодня с вами можем сэкономить на бусах. Они уже здесь рассыпаны. Потрясающая ткань, трикотажно-вискозное полотно. Незаменимая вещь для самого жаркого периода года.